И, например, один протосс играет в масс адептов, второй протосс играет в масс фениксов, третий, там, Теран играет в какой-то микс сплэша, да? То есть у адептов и фениксов сплэша нету. Вот. Это, типа, не очень хорошо. И вот кто-то в сплэш играет. И вот так, в принципе, забавно вместе двигаться. Но это требует командной взаимодействия, чтобы тот, кто играет фениксов, он понимает, что он ответственный за всю вообще воздушную оборону в игре. Вот. Те, кто играет там в землю, тоже там ответственны за земельную как бы оборону. То есть тот, кто играет фениксов, к нему линги прибежали. То есть если адепты стоят не в позиции, как бы это сложно. Вот поэтому просто адептов я вообще в принципе не рекомендую. Вот. Начинаем мы игру. Где у нас? 1, 2. Это третья база. Мы играем против Протс Рандом Теран. То есть мы точно не знаем, что... Что самое жесткое в 3-3? Это вот это вот гениальные карты. Как бы очень часто вас могут жестко фотонить. На этой вроде бы нет. Вот, открытие всегда будет одинаковое. Вот. И если мы играли в 2-2, например, мы всегда предпочитали пуш какой-нибудь. Вот, то есть здесь я бы сказал, пуш часто не предпочтителен. Потому что у соперника будет много обороны. При любом раскладе. В любом раскладе будет много обороны. К примеру, тот же пуш адептами. Ну, уже будет стенка. Как я говорю, я не рекомендую делать стенки, но она уже будет. То есть она уже будет. Вот. Поэтому адептов мы сейчас сыграем, но они не работают. И как бы, может быть, у нас получится показать, почему они не работают. Вот, открытие точно такое же, как всегда. А второй бут не забываем Нексу скинуть. Нам надо много пробок. Вот. Как играть адепта, смотри. Нужно, получается, у нас тут стеночки есть, все это. Уже вот, смотрите, уже проблемы, то есть, моих чуваков. А, нет, все, дали контроль за сапайками. Удобно, удобно. Он молодец. Сталкер в центре всегда. И вот в 3-3 мы можем пользоваться чем? Что в принципе у нас есть союзники. Мы бы не похалявиться. То есть мы играем сейчас в 2 юнита только. Два юнита и будем сейчас максимально топиться. Техлаба идет, Старгейт идет. Все, Техлаба, Старгейт. Мы понимаем, да, что, ну, вообще, в принципе, 3-3 это такая уже территория, особенно начальных ММРов, где просто все будет это максимально. Заточено. На старгейтовую только игру. То есть вот у парня до сих пор нету ничего. У нас тоже как бы. Ну тут слабенький соперник, союзничек попался. Ну, если наш Теран не... Нет, смотрите, наш Теран только отправляет в атаку. И сейчас мы, наверное, проиграем. Вот. Это, смотри, в чем прикол? Сейчас мы ливанем.
Я объясняю, в чем прикол, почему проиграет. Потому что у нас есть установка, да, типа сыграть в адептов. Вот это не работает. Нельзя играть в StarCraft вообще с установкой, если мы хотим побеждать. С установкой я хочу выйти в то. Потому что то работает в определенный момент. Адепты работают при каком условии? Что мы берем, делаем плюс один на атаку, мы делаем апгрейд на адептов, и они в вот этот момент, когда мы делаем, например, дроп 6-7 гейтов адептов к ним на базу, они будут наносить урон. В реальности, посмотри, уже 4 минута старгейты, танки, то есть в 3 на 3 очень много юнитов. Это не работает. Также и сталкеры, да? Вот сталкеры, они работают. Сейчас покажу как. Почему. Вот. Шалфей, здорово. Потому что мы 2 часа играем челлендж, потом играем, вот была просьба поиграть 3 на 3. То есть, собственно, играем, разбираем 3 на 3. Вот. В чем прикол? Вот адепт не работает. Потому что адепт начинает работать в определенные тайминги. Это очень слабый юнит, который вот работает... Для него должны произойти какие-то волшебные свершения в игре, чтобы адепт заработал. Вот и все. Поэтому 3 на 3 у нас реально есть 3 опции игры правильной. Да, мне очень понравилось, что мы первую слили игру. Вот. Это круто. Потому что сейчас мы просто покажем, как нужно, ну, не сливать игры, соответственно. Вот. Мы играем точно такое же открытие, как в прошлой игре. Сталкер в центре — это идеальное открытие. Но с юнитами будем играть. Не будем спешить заниматься ерундой. Вот. Сейчас я показываю пару агрессивных стратегий, потом покажу, как нормально, ну, играть типа в макро, естественно. Спасибо, бро, за хороший контент. Спасибо, Бер. Спасибо за поддержку. Так, как я говорил, очень внимательно следим всегда за фотонками. А здесь просто карты не забаланшены под фотонки. Потому что в 1 на 1 есть баланс по фотонкам. Здесь фотонки очень сильные. 3 на 3. И опять же, если вы играете с друзьями, прикольно фотонить. Вот 3 на 3 с друзьями прикольно фотонить. Почему с друзьями? Потому что если с вами вот рандомные ребята, вы не можете на них положиться, что они должны вас как-то защитить. Сталкер в центре. Все открываемся точно так же. Больше пробок пока не строим. Мы идем сейчас на алыновую как бы тему. То есть мы идем сейчас очень четко. Собираемся строить роба. Вот, парень, знаете, блочит нам два газа. О чем это говорит? Скорее всего, о том, что он играет во что-то очень газовое, да? Логично. Где они появились, знаете? Они где-то тут появились. То есть наша задача прийти и вот сюда вот задропать. Вот в 2 на 2 карты поуже, и получается сложнее все эти темы делать. Здесь у нас все намного будет проще. Сюда дропаемся. Здесь не факт, что база вообще готова, не факт, что это что-то смотрится. Лан 2 просто. В 3 на 3 просто тяжело за это, за всей картой следить. Вот, то есть ребята вот занимаются, видите, вот какие ребята, они стеночками чем-то занимаются. То есть
это как бы хорошо, пускай занимаются. Два буста в роба обязательно. Вот, и как я говорил, Нексус вместо варпа, потому что потом мы как бы развиваемся отсюда. Тут всегда прикол такой в чем. Ты хочешь немножко про динамику послушать, советую посмотреть именно гайд по 2 на 2 мой, там все это было рассказано. Тут вкратце. Проверяем, сейчас база есть или нет. Есть, смотрите, есть база. Сталкеры. И идем в атаку. Все, первый ливанул, да? Ливанул, все, мы на него забиваем. Чуть-чуть пробок. Вот, и микрим дальше. Варпаем что угодно, главное тратить ресы. То есть следующий ливанул. Имик ливанул. Главное не останавливаться. Самая большая ошибка вот новичков всяких там. Остановки. То есть мы стоим здесь, что-то бьем, что-то ждем. Никогда ничего не ждем, не бьем там. Вот, побили пробок. Убивайте всегда пробки. Пробки, нексусы. Эмиль, Эмиль. Вот, вот тут последний наш парень. Последний клиент. Вот. Гаутокс этот. Вот, вот, Темпест. Смотрите, смотрите. Вот, Темпест будет очень долго убивать наших юнитов. Если вам хватает микроконтроля, сейчас покажу фишечку, можно поднимать вот так вот юнитов. То есть те, которых он бьет. Да, вот видите, он бьет сейчас центрю. Мы такие, оп, подняли, оп, сталкера подняли. Мы можем уворачиваться, мы можем реально ходить и уворачиваться от атак темпестов. Это будет реально прикольно работать. Все, вот. То есть, это вот классика будет. Это будет классика до того, пока вы не дойдете до ребят, которые играют хотя бы в алмазе. Да? То есть, 3 на 3 большинство, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4. Уровень игроков относительно 1 на 1, скорее всего, то есть, мастер лигов 2 на 2, 3 на 3 обычно играют игроки, ну, алмаз, да, то есть... Вот. А все, что ниже мастера, обычно играют платина, золото, серебро. Это вот вполне. Ребята умеют развиваться, они умеют даже тратить стрессы частенько. Но они не умеют в динамику игры. То есть они просто делают кучу всего. Потому что, ну нас как бы трое, и так как-нибудь отобьемся. Вот. Ну, в итоге вот мы в одиночку победили троих соперников. Вот. Просто как бы 4 гейтроба и второй Nexus у нас там, если что, про запас есть. Вот так вот это работает. То есть это вот один билд. Сейчас покажу второй билд сталкеров. Такой же, как в 2 на 2. Вот, но он тоже работает. Может сработать. Ну вот это да, фразочка Брюсли, она как бы работает, естественно, везде. Два на два, да, кстати, могут попадаться еще всякие ребята. Ну, типа, попадаются и ГМЛы. Я не помню, там в 4 на 4 этого, там Макс Пакса встречали, там еще кого-то. Ну, то есть, и топ ГМ играют командники. Ну, это микро там этот, как бы, набор, который, о, повезло. А обычно нет, обычно они не играют. Вот, просто у нас два зерга. На карте, где можно сделать стенку. Сейчас мы сделаем стенку. И вот на этой карте не сработает
билд в сталкеров. Но мы будем его все равно играть. Точнее, не на карте не сработает. Почему не сработает билд сталкеров с блинком? Потому что зерги. Если против вас терранные процессы можно играть, против зергов, к сожалению, будет супер нереально. Я попробую сделать рабочую версию его. Смотрите, объясняю, в чем разница рабочий и нерабочий. Если мы обычно всегда открываемся, как я учу, в два гейта и сталкер сентри, мы сейчас не будем делать сталкер сентри. Мы также сделаем два гейта, просто потому что, ну, два гейта это примерно максимум, что может себе позволить протосс на поддержку. То есть, чтобы поддерживать с одной базы и делать какую-то технологию, это два гейта в реальности на начальной стадии игры. Вот, и наша задача сделать гейт 2 газа гейт. И затем мы не будем делать сталкер сентри. Мы сделаем одного сталкера, чтобы сохранить побольше газа. Вот, и уже исходя из ситуации в игре, будем дальше что-то предпринимать. Два буста в пробок, все как обычно. Кибернеточка. Ребята делают супер стенку уже с самого начала игры. Супер. Нам, если что, поможет вторую базу занять. Уже, в принципе, неплохо. Протос что-то строит. Вот, короче, что мы делаем? Наша цель вообще, наша вся фишечка в этом, блин, колыне основывалась на том, что нам нужно было ставить прокси-пилон и с него пушить. Против двух зергов мы вряд ли поставим прокси-пилон, поэтому мы играем Twilight Robo. Вот, и играем в одного сталкера. То есть мы одного сталкера строим. У нас в итоге много саплая освобождается, и вам хватит трех гейтов. Три гейта, 4 максимум. Мы здесь делаем вариант на 4, то есть если у вас немножко плохо с тратами ресов или еще что-то такое, в принципе, такая тема заработает. Вот. И мы делаем, смотрите, самое главное сейчас блинк выучить. То есть блинк у нас должен быть прям супер важно. Вот. И мы его будем бустить. Вот. И дальше на сдачу сталкеров заказываем 2 штучки, потом призму. То есть призмой спешить не надо, робо просто есть возможность, я его поставил, его можно было позже ставить. Вот. Все, там уже зеленки бегают. Смотрите. Придумываем, откуда атаковать. Мне нравится вот отсюда. Вот так вот. Вообще круто. Круто. Бустим только блинк, как я и говорил. Следим за саплаем. Важно. Челик двумя имморталами куда-то собрался. Ну, посмотрим, как у него успехи будут. Наверное, он покажет, почему не надо играть в имморталов. Вот. И вот начинается прикол, смотрите. Приколдес высшего уровня. У нас выучится блин к моменту, когда мы подойдем уже. И пока здесь наши ребята отвлекают, будет, в принципе, прикольная тема. Вот, мы открываем призму и дальше играем только сталкерами. То есть призму здесь мы используем только когда варп. Ее мы, с ней мы не играем. Логика игры такая же, как всегда.
блинкаем сталкеров, которые получают урон назад. Вот, и здесь стеночки как раз 3 на 3 работают на нас, конечно же. Ну, сами посмотрите, видите, у соперников все круто. Не стесняйтесь, давай по отзелку. Очень простое базовое микро. Смотрите, перепрыгиваем через байлы, покусим Равагера. Дальше к сталкерами. Контролем. Все, фокус роевика сделал свою работу. Против роевиков адептов можно строить. Укусим, пытаемся к минимуму юнитов. Используйте карту по возможности. Предлагаем всегда союзникам атаковать. Предлагаем всегда, да, то есть если мы деремся уже 5 минут некрим против 3 соперников, обязательно предлагайте своим союзникам выйти в атаку тоже. Ну, в принципе, раз в 8 минут можно ее проатаковать, по-моему, да, против толпы бесплатных вот этих вот ребят. Смотрите, они решили. Все, идет армия. Просто этих карателей. Смотрите. Роевики сбежали с базы. Смотрите. Экономику. Я предлагаю
парню немножко лишиться своих робиков. Райоков всегда наступаем, а потом отступаем. Все, на этом наша атака в этой игре закончилась. Мы можем полагаться только на наших союзников. У одного из них 3 батона и 2 имморталла каких-то. У этого 2 Марика, 2 Тора. Вот, мы посмотрим, что они сейчас будут делать. В принципе, здесь для нас как бы игра уже закончена. Да, то есть можно, в принципе, выходить. Можно им вообще отдать, да, наши ресурсы. Дальше мы выходим. То есть мы сделали все, что мы могли в этой игре. Ну и в этом фишка вот как бы всех командных игр, что чем дальше мы идем, тем очень будет зависеть от того, получается у нас кооперация или нет. Лаганих. Протос без варпа был первые 2 часа стрима. То есть в плане челленджа. Сейчас у нас контентик такой 3 на 3. Вот. Какой максимальный ранг можно апнуть при калибровке, если победить всех? Как повезет. Ты при калибровке даже ранг не получаешь по факту. Ну, на самом деле. Так. Дальше нужно научиться отбиваться от чизов, чтобы дальше первой платины попасть. Новый концепт и анализ Ютуба. Спасибо. Так. О, если крайнее видео наберет, да, придется делать 1000 видосов. Ты не будешь смотреть 1000 видосов про Алекс. Они будут на другом канале, а здесь будет один видос, где я расскажу, как я это делал. Ну вот. Тет против пятерых. Ну, типа того, да. Здоров, здоров, лорд. Скажи своих любимых героев в доте. У меня вообще все равно. Ну, типа SF, наверное. SF. SF, SF. SF Бруда. Асмодей. Здорово. Когда будешь стримить игры на высоких ММР? Никогда, наверное, не буду уже стримить игры на высоких ММР. Вот. Не, Терн без газа сейчас не будет. Сейчас у нас 3 на 3, потом заканчивается уже наш стримец. В принципе. Записи стрима нет. Эти скрываются записи. Будет потом выходить нарезано без воды, без ответов на вопросы. Чисто игры, вот это самый сок, будут выходить отдельно в видосиках. То есть такая сейчас концепция у нас. Вот. Итак. А теперь давайте как выигрывать.
Вы сказали, какие билды могут работать, но они работают все, как я говорю, только при адекватной кооперации. То есть, если мы идем в атаку там, на пятой минуте, наши соперники тоже, союзники тоже должны нападать на пятой минуте. И не двумя мариками там, и двумя имморталами, а нападать нормально, да, то есть там, типа такого. Если мы смогли с пятой до восьмой минуты уничтожить одного соперника, и затем, соответственно, после уничтожения одного соперника. Кто там? Есть зерк. Если зерк есть, вот на этой карте можно ставить стенку. Мы после этого всего еще долго держались, там минут до 10, по-моему, в прошлой игре. То, ну, они должны хоть как-то напасть. То есть единственное, что они построили, это там 12 мариков в 50 минуте. Вот. Ну, и этим нужно пользоваться. Этим нужно пользоваться и играть в, я говорю, хорошая, сильная макро, просто показывать, как это делается. И сейчас покажем. Открытие всегда одинаковое, то есть можно играть в один гейт Nexus, можно. Не говорю, что прям вот не играть вообще нельзя в один гейт и сразу Nexus. Но, скорее всего, вы проиграете там 99% случаев, если вас хоть как-то пытаются напрячь. Интересно, могут дарки сработать в 3 на 3? Могут. Ну, то есть, там такая неразбериха может начаться. Ну, чаще всего, опять же, у всех будет оборона достаточная. Плюс-минус я вот рекомендую, например, если бы 2 на 2 я рекомендовал, если мы халявим, это строить 2 юнита, потом Nexus, то вот в 3 на 3 я рекомендую даже сразу Nexus заказывать. Если вот там есть союзники, которые готовы что-то сделать. Сталкер в центре обязательно всегда. В этом плане ничего никогда не меняться не будет. Некс и пилончик. Начинаем строить рабочих. Варпгейт. И старгейт. Вот, все, отсюда на нас зерк как бы не нападет. Сможет напасть кто? Смотрим. Протс, Теран, да? То есть, ну, в принципе, юниты нужны будут минеральной линии, скорее всего. Там от Рипера или еще где-то. Ну, пока они могут стоять на стороже. И буты в пробок. То есть мы максимально пытаемся пробуститься. Какие приколы можно использовать вот в 3 на 3? Это ранняя добыча газа. То есть вот мы берем и сразу же ставим газы. Nexus готов. И начинаем больше газа майнить. Именно вот проблема газа в том, что его нужно добывать. Как ни странно. Вот, одну грелку этого хватит для обороны плюс-минус. Вот. Мы видим, что у наших союзников нет ни одного юнита на данный момент. Наша задача вот этой разведкой понять, что тут происходит. Пилон. Смотрите, смотрите, на нас идет атака. Все. Ставим батарейку и готовимся. То есть сейчас только до варпы, только все строим. Сейчас он нам Теран покажет, почему не надо строить стенки. Мы здесь со стенкой. Стенка нам никак не помогает, понимаете? То есть в этом вот забавнушка такая интересная. То есть в этом забавнушка нам может помочь только наши батарейки. У нас есть зерк? Да, есть.
Профокусил мне Сентрю, это плохо, в принципе. Вот, что сейчас самое смешное, что мы понимаем, что у нашего соперника ничего нету. И нас конкретно все вместе рашат. Ну, мы здесь уже отобьемся. Как вы видите, на минимальных затратах юнитов. Идет туда справить биты. И пробок мы строим. Пробок мы строим, мы не будем останавливаться в этом плане. Вот, задача не атаковать вообще. С атаки это все очень тяжело, муторно. То есть задача не атаковать. Ваши юниты должны сохраняться. Как бы это вот, ну... То есть сейчас вот многие скажут, так вы же вроде победили, отбились, да? Почему бы прям сейчас вот взять и не напасть? Все очень просто. Смотрите, он берет сейчас и сражается 5 муталисками против, ну, огромной армии соперников. То есть нам не нужно с ним играть в командную игру. И в этом фишка, вот почему многие, например, в там ту же доту очень много как бы жалуются на союзников, то, что они плохо играют. Зачем жаловаться на факты? То есть фактами нужно пользоваться. Вот вы, например, уже четко сразу же знаете, да, что ваши союзники не способны там, ну, ничего сделать. Пользуйтесь этим. Пользуйтесь. Если они ничего не способны сделать, ну, просто играйте с вот этим знанием. Вот. Все. И мы собираем очень много газа. Возьмем еще одну базу, еще тут газа настроим. То есть наша задача собирать как можно больше газа. Вот мы отбились от атаки. Все. Так, открываем плашечку. Водички немножко. Вот тут парень бегает, напрягается муталисками что-то. Знаете, у него тут рабочих на второй базе нету. Вот и все. Вот мы сейчас идем, например, в атаку. Вот Тор берет, ваншотит муталей. И все, для нас эта игра заканчивается как бы. Вот, а мы сейчас берем и начинаем делать темпистов. Темписты очень жесткие. То есть тут вот кэрриеры хорошо, кэрриеры имба, кэрриеры все круто, но темписты просто-напросто могут летать и издалека отстреливаться. В 3 на 3 суматоха начинается, знаете, все летают, бегают. Темписты очень хорошо работают. Заметьте, что статики 0, да, то есть обычная тема. Поставить базу, 100 батареек сразу. Батарейки не спасут, стройте юнитов. То есть 1-2 батарейки, хорошо. Не нужно 100 батареек. Вот, 70 пробок, в принципе, хватает. Теперь можно батарейки и фотоночки.
можно было бы фотоночки, фаржи нету. Заметьте, просто без фаржи сколько времени уже играет. Это нормально. То есть это нормально на самом деле. Возьмем апгрейд на темпестов. Мы будем играть в темпестов. И параллельно выходить уже в следующие приказы всякие. То есть потом играем в батонов. Мы сейчас темпестами наносим урон. Смотрите, он тут разбил камни, и все, и у парня проблемы. Мы сейчас в айдрейме вот такой вот пролетик сделаем. А, он заметил, хорошо. Все, можно делать фотонки. И все, и полетели. Как работают темпесты? Нужно брать, кликать под них и вот так вот летать. Стараться, чтобы они все время были одним клочком. Тогда вы сможете вот так вот летать, они сами будут все ваншотить. Ваша задача только... Так, чисто. Плюм. Плюм. То есть вот у нас наземные армии, они... Ну... У них есть свои определенные минусы в 3 на 3. Я думаю, не надо объяснять, в чем проблема сейчас у этой армии, да? Ресурсов нормально, то есть вот у меня копится ресы, это нормально, можно смело ставить там типа базы, можно больше старгейтов добавить на скопленные ресурсы. Вот задача, если мы погибли сейчас вот этой армии, чтобы сразу же ее восстановить. То есть мы подлетаем, делаем такие хоба по Нексусу, и он, ну, испепеляется, да, и все, и сразу же бэм. А уже поехали следующими делами заниматься. А тем временем тут пробочки какие-то. Торы медленные. Торы хорошо, но медленно. То есть вот мы вот так вот подлетаем такие. Пэдыч. Пэдыч. Сейчас хочу перезарядить атаку чуть-чуть. Смотрите, смотрите. Пэдыч. Рабочие такие, где нам работать? Где нам работать? О нет, мы попали в зону замедления. Пошел микроконтроль! А что, если вот один темпест на них нападет? Смотрите, один темпестик. Какой темпестик? Догорело. Что тут они делают? Нет, не надо микрить против моего темпеста. Экси так и не понял, чувак сходил или не сходил? Там посмотреть, там база Зерга скрытая была. Переловим немножко. Субтитры сделал DimaTorzok.
Полем. Полем. Ну, челиксы нормально давили. Они хорошо давили. В начале. Вот мы аккуратненько взяли, сыграли и, в принципе, их отбили. Прикольно смотрится вот этот залп Темпеста такой. Я здание перестал убивать. А, рассинхрон просто пошел. Все. Победа. То есть, ну, вот так вот. 3 на 3. Предлагаю еще одну в этих. Докалиброваться в кэрриов. Кэрриов сыграть. Так, удачи, спасибо, Шалкай. Здоров, Асигео. Была первая часть, сейчас вторая, будет третья. То есть, ну, мы будем идти, пока не врежемся в какую-то стенку или будет скучно. То есть, еще одна часть точно будет. Великодернская стена, ну... Теста нет, сплэша нету. Паразитическая бомба, да. Ну, надо узнать, когда разлететься. Вот. Роботы в 3 на 3 вообще грусть, на самом деле. Ну, то есть, вот как я говорю, нету такого, что как бы нельзя их играть. Но, скорее всего, если ты играешь роботов, ты должен знать, что два твоих союзника играют вот... Что-то, что дефит воздух. Причем хорошо. Не-не-не, дальше не 4 на 4. Сейчас перебронемся и все, и отдыхать уже. Ну как отдыхать? Работать? Работать надо. После этой каточки ответы на вопросы. Ну так 10. Светим, потом, наверное, может даже это переведу в контентик. Еще что-нибудь такое. Хз, посмотрим. 3 на 3. Интересная карта, как раз такой еще не было. Сейчас замутим движнем. Так, мы против процессов играем двух и одного рандома. В принципе, нам вообще все равно. Против кого мы играем, как обычно. Вот. Берем наш обычный опенинг. Просто вот против процессов, скорее всего, мы хотим немножко где-то защитнее играть. Больше юнитов немножко построить. Вот, ну,
как бы идея в том, что больше газа сразу собирается, она сохраняется. То есть там вот как раз, пока мы отбивались от Калына соперников, за счет того, что нас много, что карта как бы вот здесь не позволяет прям всей толпе начать нас прессинговать, мы отбились хорошо. И вот пока мы этим занимались, пока мы отбивались, у нас накопилось очень много газа. И вот сразу же мы перешли в воздух, у нас сразу же хватает газа на кучу воздуха. И вот вроде бы мы только отбились от Алина, а у нас уже куча темпестов. И ну это вот так вот работает. На раннее собирание газа, что отбиваться-то можно с двух гейтов, с таргейта спокойно. Только главное, ну, посмотреть внимательно, что, например, у нас сталкеры с интря, а у соперника там 8 сталкеров уже. И просто не нужно идти и сражаться сталкером с интрёй. Всегда держите у себя логику такую. Если вот мы не можем сейчас сражаться с этой армией, то и не нужно. Вот самая важная прям, логика в Старкрафте. Так, здесь уже фотонки-батареечки. Смотрите, фотонки-батареечки, это все круто. Здесь он мне покажет. Гейты. Гейт, форжа, фотонка. Все, понял. Гейт, форжа. Вот, это та классическая ситуация. Нам ничего, в принципе, не угрожает. Вообще ничего. Мы сейчас сделаем круто. А, ну, фотонит. Сделаем там два сталкера. То есть я хотел сейчас вообще по-жесткому начать это. Отбиваться. Точнее, не отбиваться, а халявить. Ну, ладно, халявим потом. Сразу убираем им возможность смотреть наверх. Уничтожим сначала пилон. Сразу же Старгейт. То есть начинаем уже потихоньку. Так, тут должна быть пробочка. Сразу газы, потом Nexus, потом газы, и прям прям вот так. Вот этот Nexus опасный. Поэтому пока что сюда работаем. Потом те газы займем. Давайте убьем медведя. Он мне как-то не очень нравится. Ну и вот, и если Терн играет вот так вот танки, этот в роботов, то, конечно, наша версия в роботов не очень, поэтому у нас сейчас все прям супер отлично идет. Все, первый Nexus встал. Бустим сначала Нексусы. Собираем очень много газа.
И начинаем делать батоночи. У них сейчас с Тераном по-любому будут проблемы. Но я думаю, они отобьются. Кто-то задудосился. И вот сейчас выйдет первый батоныч, выйдет второй батоныч. И как только мы заняли все базы с, вот, со всеми газами, то есть пока мы не спешим добавлять производство. Видите, у нас как бы... Зачем мне сейчас 5 старгейтов, если вот я, ну, в принципе, мне нету ресурсов лишних. Видим, что там вон на золотой базе один парень засел. Ну, золотая база — это ерунда. Кстати, с двумя газами. Ну, займем ее тоже. Сначала копим экономику всю. То есть вот прям ставим экономику. Понимаете, вот пока вот все это ерундой чуваки занимаются, это наш час. То есть мы отбились от Раша, наш час пришел. Наш час пришел просто вот насобирать кучу ресурсов, огромную кучу. Бущу только ресурсы, то есть только Nexus у меня под бустом идут. У нас уже два батона есть, есть батарейки. То есть батарейки, они, вот батарейки, вот это все, фотоночки, они нам помогут защищаться. И вот сейчас мы выстраиваем экономику. Эта база заканчивается. И вот, вот мы выстроили экономику. Смотрите. Сразу же, что мы делаем. Две кибернетки. Начинаем учить апгрейды. И сразу делаем вот так вот. Чик-чик-чик-чик. То есть на всю экономику наставляем старгейтов. Обычно это будет что-то типа старкобаса. Я даже не знаю, я даже не могу просчитать, сколько это будет. Я знаю, что здесь надо хорошенько запатониться. У нас есть 4, но это надо будет где-то 5, 6, наверное, 7, да, 7, где-то, ну, где-то 8. 8 таргетов должно хватить. Вот, обязательно все апгрейды. И начинаем строиться. И смотрите, за сколько времени мы просто застроимся. У нас будет сейчас на 11 минуте максимальный supply карьеров, и мы просто пойдем наваливать. Я предлагаю, смотрите, вот так вот сталкеров распределить на зелнаги. То есть они нам сейчас не сильно важные юниты. Мы будем играть только карьерами, а сталкеры пускай контролируют карту. То есть вот контроль карты — это прям круто, это очень помогает. А, он даже не занял золотую базу. Вообще нормально, это просто прокси-пилоны. Это просто прокси-пилоны, какие-то фотонки. То есть не очень понятно, чем они там точно собирались заниматься. Мы понимаем, что там вайдрей у одного. Что делают другие процессы, неизвестно точно. Ну,
на 100%. Мы знаем, что, скорее всего, сейчас пойдет атака на нашего сталкера. Кстати, надо робо построить. Да, видите? А, вот тут база у нас есть. Хорошо. Мы не будем идти... Не, с союзником пойдем. Мы его прикроем. Сейчас он по земле атаковать пойдет. Кстати, только дождаться этого. Ну что, наш дорогой друг. Выходи в атаку, пожалуйста. Пожалуйста. Просим вас. Погнали, погнали. Давай. Давай. Все, макс supply. Макс supply у нас есть. Сразу же ставим доп в Nexus. И мы прикрываем, смотрите, он сам справится. Тут 3 на 3 всяких этих очень важно. Не нужно спешить, да? Смотрите, смотрите, мы атакуем Nexus сначала. Сначала Nexus, потому что нужно выпустить всех интерсепторов. И когда мы выпустили всех интерсепторов, тогда мы полетели и начинаем покусить уже юнитов соперника. Темпесты, темпесты это мощно. Темпесты это мощно, это все круто. Ну, у нас толпа, толпа просто. Переров. Сами понимаете. Та-та-та-та-та-та-та по Нексусу. Главное сразу выпустить интерсепторов, потом ими уже начинать покусить все остальное. Убьем им тоже медведя. Ну, вот такие вот 3 на 3 каточки. Рой просто мух. Он, наверное, говорит: ты не пройдешь. Микроконтроль такой пошел. Смотри, билд на 200 лимита, он как бы, это не билд, да, то есть это технология, идея, то есть вот 200 лимита, как бы, мы тоже собираем. Тут фишка в том, что, ну, нужно подстраиваться чуть, да, вот я сейчас показываю именно в чем суть 3 на 3, почему именно так. То есть мой билд на 200 лимита, он, ну, под 1 на 1 там идеально подходит, 3 на 3 он тоже подойдет, ну, то есть, просто, как бы, за счет того, что ты не можешь выиграть в минуте на 7 очень часто, если союзники с тобой вместе не атакуют, то нету смысла играть в промежуточных юнитов. То есть есть смысл сразу идти в самых лайтовых. У Протоса, к сожалению, больше нормальных юнитов нету, кроме темпестов и вот этих, батончиков. Вот так.